Так, вот он, шиповник морской, вообще не стремится. Видите, как его много, вот рядом море, Сахалин. Вон рыбаки пытаются рыбу ловить. Вы посмотрите, сколько его здесь. Все покрыто вот этим шиповником. Он очень сладкий. Из него даже делают варенье. Но очень хорошо сушить. Вот у кого там с сахаром проблемы, то есть вот он, его завариваешь, сахар кидать не нужно. Вот он, вот он, вот он. Сколько хочешь. Кому надо, обращайтесь. Улов-припай.ру или телефон 8-962-122-2022. Ну вот он приблизительно размер ягоды. Видите, вот какой, где он тут. Вот так вот. Размер ягоды. Вот это как бы средний. Бывает намного крупнее. Телефон еще раз 8-962-122-2022.